Итак, добрый день, дорогие сокурники. Как я обещал, небольшое видео о том, подойдет ли запасная резервная канистра на 7,5 литров под нишу, которая ставится под нишу запаски. Давайте попробуем. Берем канистру. Устанавливаем. Проверяем фиксацию. Не с первого раза удается попасть. Есть. И ставим докатку. Случайно сбил все настройки. Отличненько. Затягиваем. Вкладываем. Все шикарно. Работает. Все работает. Кстати, такой вопрос. Я совершенно случайно узнал, что это колесо у меня вроде бы как именно родная докатка. Так как оно нестандартного размера, с вылетом Е30 и всего лишь 5 дюймов шириной. То есть, чтобы она не сильно выпирала. Если кто-то видел уже такое или я не прав, то поправьте меня. По-моему, все диски в основном 6-дюймовые и 6,5 я видел. 5-дюймовых не видел. Все, до свидания.